мы помогаем сирийскому народу, то есть ведем точные удары по базам организации запрещенной, не только у нас, но и в мире, ИГИЛ, террористическая организация. Вот. И, может быть, это американцы решат сделать вот войск наземных. Но у нас, судя по всему, пока есть задача только точными ударами использовать авиацию. Мне кажется, нельзя входить туда войсками.